нас любят. И благодарны, что вы пришли на наше 15-е и 10-летие. Сегодня у нас будет африканский вечер. Вот. И сейчас за 15 лет очень много всего произошло. Будет много сюрпризов сегодня, пришло много друзей. Вот. И мы выбрали специально этот клуб, потому что здесь могу говорить громче, так? Здесь самый лучший звук. Огромное спасибо Райк и клубу Алексея Козлова за то, что помогли нам. И Ане Королевой, которая тоже будет с нами выступать. Замечательная саксофонистка, которая тоже много раз с нами сотрудничала. Огромное спасибо этому клубу и команде вот, за то, что сегодня все это состоится и уже состаивается. А я сейчас приглашаю моих друзей, группу Сапали, которым исполняется 10 лет. Они играют музыку Западной Африки. Добрый вечер, друзья! Это группа Сафали, мы исполняем народную музыку Западной Африки. И сегодня мы хотим презентовать вам наш альбом, который мы записали давно, но выпустили недавно. Мы работали над ним очень долго, и спасибо большое Антону Беляеву и группе Термейтс, которые помогли нам организовать это прекрасное событие. Мы с ребятами, мы никогда не записывали альбомы, мы вообще даже не думали, что мы когда-нибудь это будем делать, но вот так случилось. И первая песня называется «Конкаба». Thank you.
Delibera
Thank you.
чуть-чуть звенит. Куда? Ребята, следующая песня называется «Соли» или «Намани». И она рассказывает о том, как здорово приглашать барабанщиков везде, где есть люди. Везде, где что-то происходит. И в этой песне рассказывается о том, давайте позовем джембе, потому что джембе — это очень хорошо. Давайте... Джембе — это самый древний инструмент в мире. Соло-барабан. Он управляет всем оркестром, и джембе главнее, чем бокал. Давайте позовем дунунбу. Дунунба — это класс. Давайте позовем сангбан, это средний барабан. Давайте позовем кинкини. И тогда все получится. Вот, давайте позовем. Хорошего вечера. Помогайте хлопать, ребята. Thank you.
в барабанной африканской раскладке, главный барабан это джембе, как вы уже говорили. И мастер игры на джембе зовется Фола. Ну, джембе Фола, в частности. Джембе ведет за собой всех, это основа. И в Африке есть целая династия джембе Фолы. Люди, которые заслуживают, как бы, имеют право играть на этом инструменте, не каждому позволено это роскошь, не каждый может. И мы хотим поблагодарить Калюпу Эте, нашего учителя, потомственного музыканта Гриота, который как раз может играть на джембе заслуженно. Давайте поаплодируем Калю. Отлично. Он научил нас многому, мы подчеркнули его. Следующая песня посвящается Джембе Фоле. Нимия ла лула, нимия ла Джембе Фола лула, авина Джембе Фола лу, мола фела кон нади абали. Нимия ла лула, нимия ла Джембе Фола лула, бамако Джембе Фола лу, мола фела кон нади абали. Нимия ла лула, нимия ла Джембе Фола лула, пари Джембе Фола лу. Ola fela kwenye yabawi, nimi yala walula, nimi yala jembe fola lula. Wo wo jembe fola lula, mola fela kwenye yabawi. Thank you.
хорошо. Мы сыграем одну очень известную песню, это буквально африканский хит. Поэтому, если кто-то знает слова, можно подпевать. И давайте попросим Татьяну Тихонову, которая сегодня играет на самбане. Самбан. Таня Тихонова. Те, кто знает, просит. Таня танцует африканские танцы западные. Сделает это божественно вообще просто. Да. Магия и все. Ритуальность. Да, уже готовится. Друзья, это счастье сегодняшнего вечера сейчас будет. А Сережа, можно Калачева к нам на сцену попросить, пожалуйста? Сереженька! Ну ладно, и Сереженька. Сыграй с нами, пожалуйста, на самбане. Таня не ожидала, она кроссовки на сцене начала снимать. Группа Сафали. Народные песни Западной Африки. Спасибо, друзья, что вы с нами. Спасибо большое. Сейчас мы будем петь песню, она очень супер танцевальная, просто отрыв. Поэтому вы можете потанцевать, у вас последняя возможность. Можно, кстати, на стульях тоже очень довольно активно двигаться, будет очень жарко. One, two, three, four. А, мы начали. Конечно. Аборома, маборома, thank you.
Спасибо, ребята. Огромное вам спасибо, друзья. Всего сердца большого африкано-русского. Была группа «Сафали». Буквально небольшой перерыв, мы немножко уберем все барабаны и мы продолжим. Продолжают выходить на сцену. Тихонечко всех представлять и рассказывать. Это Сергей Калачев. Наверное, один из, наверное, единственный пока исполнитель в России на вот таком вот инструменте, который называется кора. Это африканская арфа, древнейший инструмент. Был приятный. Он еще их сам и делает. Тоже инструмент Западной Африки, кора. Добрый вечер. Спасибо большое всем, что пришли. Огромное спасибо ребятам из Кимбаты, с которыми я, конечно, огромная честь мне с ними играть. Огромное спасибо ребятам из Сафали. Просто недооценимое, мне кажется. Нельзя недооценить их вклад в культуру Африки в России, их огромное влияние на меня. Вот. Пока мы
готовим музыку, сцену. Я расскажу про композиции, которые сейчас будут исполнены. Мы сыграем для вас Line Road. И Line Road — это произведение современное, базирующееся на традиционных композициях. Это менеджер Бата, один из самых сейчас ярких и хорошо наиболее известных музыкантов, играющих на хоре, написал ее, будучи в Англии, и совместил мелодию Мали Соджио традиционную с каким-то английским мотивом. То есть она такой совершенно современный фьюжн. Согласно композиции, которую я буду играть, будет присутствовать мое ее прочтение, мои вариации. А вторая композиция будет называться «Джараби». Это очень известный по всей Африке мотив с сотней вариаций. У каждого практически музыканта есть своя вариация этой песни, своя вариация текста, мелодии. Поэтому можно, в принципе, в Африке подсесть к музыканту, сказать «Играем джараби», он будет знать, что мы что-то будем. И чуть-чуть хору Ника. Чуть-чуть поменьше. И еще чуть-чуть поменьше. Как и Line Road.
Thank you.
делаем новый проект с Сергеем Чистяком. И вот пока мы играем в таком составе, может быть, все получится. У нас нет названия, но есть маски. Мы очень думаем. Маски наше название, наверное. Да, мы думаем над названием, поэтому если у вас будет вдруг будут предложения, можете подходить и стесняться, помогать нам называться. Можете листочки писать и сюда складывать на сцену. Шляпка. Ay, vine de ti, mo, pa, la, ma, la, ma.
называется «Биса». Группа Кимбата, пожалуйста. Группа Кимбата!
Брэн Сомбович Пиренко. Включи гитару, пожалуйста. Cuba cara
сюда. Люка. Thank you.
Sambola malembe na mokili. Sambola malembe na mokili. Sambola malembe na mokili. We Africans, we love it. 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 Dance to me. Thank you for yesterday. Sambola malembe na mokili. Sambola malembe na mokili. Пусть вода. Можно вода, пожалуйста? Le directeur. Дубаус, le directeur. Mama, 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 mama
Димон! Димон! Поедем на Кыргызстанку. Не хочешь ездить в Кыргызстанку? А мы сейчас поедем на Кыргызстанку в деревню. Thank you.
de fun à la retour. Au milieu du microphone. Thank you.
Девушки с опалью. Можешь еще добавить мониторы голоса? Ребята, пока есть небольшая пауза, хотелось бы сказать, что вот здесь стоит коробочка прозрачная, там написано «Будь здоров, Джерри Салва». Если у вас есть возможность помочь нашему другу, который находится сейчас в больнице, да, я же сам вам. Ребята, это потрясающий не только джунгиз, но и педагог, который живет у нас. И помочь, кроме нас, ему некому. Поэтому мы очень надеемся, что совместной любовью, дружбой мы действительно дадим человеку шанс к жизни. Это серьезно. Видите, что сегодня, но это важно, вы поймете. Спасибо. Спасибо. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Сиволю, реглю на такие степли.
Thank you.
Thank you.
Друзья, не забывайте, пожалуйста, про нашего друга.